Сегодня мы провели встречу с нашими партнерами. Это ассоциация «Круглый стол Германии» и ее представитель Томас Фюрер, который является тем человеком, с помощью которого мы получаем гуманитарные грузы от наших немецких друзей. Уже на протяжении нескольких лет мы плотно работаем с данной организацией. Мы получили 13 гуманитарных грузов на общую стоимость более 400 тысяч евро. Это и оборудование для наших больниц, для наших коммунальных учреждений социальной сферы, для школ и детских садов. И основным таким подарком всегда является рождественский конвой. Это подарки для детей из многодетных семей, малообеспеченных семей, которые собирают дети Германии с любовью к детям Украины. Их всегда ждут и очень тепло реагируют на такие подарки. Кроме этого, 3 года подряд мы организовываем оздоровление детей из малообеспеченных семей в лагере в этой организации в Германии. И в этом году 28 детей посетили Германию, ознакомились с ее природой, историческими ценностями, получили очень много новых друзей и получили много улыбок и положительных эмоций. Сегодня мы об этом слышали, и я думаю, что такое сотрудничество будет продолжаться и в дальнейшем.